Здравствуйте, дорогие зрители! А в этом выпуске пост-шоу мы узнаем правду, которую нет смысла скрывать. Почему на самом деле Даша пришла на холостяк? Даша ответила, что для удовольствия и роскоши. А что было на самом деле, а не то, что показали в анонсе, я вам расскажу сейчас. Конечно же, в пост-шоу разбирали реакцию на возвращение Юли. Аня такая думала, что она уже победила, а тут такой нежданчик. Даже Розали в пост-шоу сказала, когда показали мужика, она сказала: «А дайте мне одного». Тем самым показала, что она и не победила, еще и свободна. Среди экспертов у нас, как всегда, Арифне Жильветра, и Тамерлан был, и Алена. Первой на ковер попала Даша. И Даша рассказала, что не любит быть уязвимой, не любит плакать на людях. А нет в этом ничего страшного, чтобы плакать и быть уязвимой. Мы все такие, мы все живые люди, и все этому подвержены. И самый сильный тот, кто не боится в этом сам себе признаться. Арифния к теме знакомства с родителями рассказала, что знакомство с родителями – это стресс, а у стресса есть, на стресс есть несколько реакций – беги, бей и замирай. У Даши замирай. А у вас какая? Над Дашей провели ужаснейший эксперимент. Ее поставили лицом к лицу со своим собственным страхом. И это было жестоко. Даже Джессика возмущалась. Елена Архипова, психолог, которая тоже обозревает проект «Холостяк», говорила, что в прошлом выпуске издевались над Юлей Зайкой, а теперь над Дашей. Но это действительно какое-то издевательство. Вам так не кажется? А вы мне напишите в комментариях, какая холостячка вам нравится больше всего.